Завершила регулярный чемпионат молодежная команда «Стальные лисы». Последние три матча она проводила уже без турнирной мотивации. Магнитогорцы досрочно гарантировали себе лидерство на Востоке. На финише впервые в сезоне лисы проиграли трижды подряд. И получили хороший объем информации для работы над ошибками. Подробности далее. Последним соперником лисов в регулярном сезоне стала «Чайка» – главный конкурент в борьбе за лидерство на Востоке. Но эту борьбу нижегородцы проиграли заочно, еще до приезда в Магнитогорск, потерпев за предыдущие три недели 5 поражений в Тольятти, Уфе и Челябинске. Первая встреча лидеров получилась очень похожей на матч плей-офф. Счет уже на 4-й минуте открыл Иннокентий Рыбин, который здорово бросил в касание после передач Ильи Квачко и Андрея Гусева. Вскоре хозяева ошиблись при попытке вывести шайбу из своей зоны, и лучший бомбардир волжан Иван Мурашов восстановил равновесие. Под занавес второго периода Максим Кузнецов классно поборолся в центре площадки, Эдгар Варагян подхватил шайбу и великолепно бросил в дальний угол. Но минимального преимущества лисы не удержали. Гости сняли вратаря, и за 45 секунд до конца основного времени Павел Волокитин перевел игру в овертайм, на исходе которого защитник Егор Харченко сыграл как настоящий форвард и принес своей команде волевую победу. Все тот же Харченко забил и первый гол в следующем матче. Его партнер хорошо закрыл обзор Глебу Моисееву, и шайба после броска от синей линии неожиданно для голкипера нырнула в ворота. Всего через 17 секунд преимущество гостей увеличилось. Дальний выстрел Ильи Кудряшова увенчался классным добиванием Егора Виноградова. На исходе 25-й минуты Иван Мурашов умело воспользовался передачей партнера и реализовал большинство. А под занавес второго периода лучший бомбардир нижегородцев набрал третье очко в игре. Он помог отличиться Артему Мясникову. Дебют заключительного отрезка получился оптимистичным для магнитогорских болельщиков. Эдгар Варагян здорово прошел шайбой за чужие ворота и выдал отменный пас на пятачок. А вернувшийся в строй после нескольких недель лазарета Егор Пензин неотразимо бросил с убойной позиции. Но это был единственный успех хозяев. Вскоре, с интервалом в 14 секунд, Захар Зиминов и Артем Левинский довершили разгром. 1-6. Несмотря на последние неудачи, лисы готовятся к плей-офф в роли лидера Востока. Их соперник определится в ближайшую неделю. А первый раунд розыгрыша Кубка Харламова стартует 10 марта. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ.